Эти полуторамесячные щенки и десятки взрослых собак могут буквально оказаться на улице. В скором времени приют должен освободить эту территорию. Сейчас в приюте 80 собак. Волонтеры, узнав, что придется в скором времени приезжать, не хотели брать новых питомцев на место пристроенных. С начала года они нашли новый дом для 40 собак, но отказать тем, кто привозил сбитых машинами или выгнанных из дома питомцев, просто не смогли. Самая большая радость для собак из приюта, когда гулять с ними приходят волонтеры. Самим волонтерам сейчас не до веселья. Спайка я забрала примерно месяц назад. Все это время он меня безумно радует. И очень жаль, что многие животные, которые здесь находятся на передержке, могут никогда не обрести дом и быть выпущены на улицу. Все они очень ласковые и добрые, и на самом деле заслуживают своего любящего хозяина и свой уголок, свою лежанку дома. Выпустить собак на улицу значит отправить на верную смерть. Они не приспособлены к самостоятельной жизни, не смогут найти себе еду, не смогут ориентироваться в городе и, скорее всего, погибнут под колесами машин, выбежав на проезжую часть. Приют готов переехать практически в любое место. Требования к новой территории минимальные. Не вблизи жилых домов, чтобы мы никому не мешали, не было никаких конфликтов, чтобы были хотя бы какие-то минимальные коммуникации, свет, вода. С остальным мы уж как-нибудь справимся. На старом месте приют может остаться до осени. Потом придется переселять питомцев. Новую территорию нужно найти поскорее, потому что нужно время на ее оборудование и перевозку вольеров. Денис Лявов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».